Добрый вечер, меня зовут Иван Орлов, мне 30 лет. Я закончил Высший театральный институт имени Щепкина, курс Юрия Мифовича Соломина в 2011 году. После этого служил в театре школы драматического искусства, в театре Российской армии, играл на проекте «Платформа», в Гоголь-центре спектакли, на сцене «На Страстном». Сотрудничал с режиссерами Дмитрием Крымовым, Александром Огаревым, Пипа Дель Боне, Перуччо Сальери. Так, приятель. У меня здесь помощник. Вот. Снимался. Последние мои работы — это работа «Выше неба» Оксаны Карас, «Райцентр» Натальи Назаровой. И работал также с Сергеем Сенцовым, Олегом Асадулиным, Сергеем Урсулюком. Хочется каких-то интересных проектов, какого-то диалога с режиссером. Что? Ты что, выпил это? Нет. Лавруш. Фу.